вы тупо сидите нахуй, да? Мы уебали и съебались сидеть нахуй, лишь бы нахуй не взлетело. Не, ну так вот, как живем просто вот обычной жизнью, но, блядь, когда начинаются просто нахуй под землю, все съебались и все. Я говорю, я тут нахуй, я приеду, могу на кладбище работать, нахуй делать вообще. Мы живем нахуй просто в земле нахуй, на 2 метра в земле, блядь. Вот я что могу сказать нахуй. Ты будешь ветераном спецоперации на Украине. Путин подписал приказ. Ветераны, ебало эти все медали. Нам тут медали нахуй наобещали. Типа вы каждый получите медаль, еще за эту медаль деньги. Я говорю, идите вы нахуй, везите меня домой, и мне нахуй ваши медали. Всяким олимпийцам, говорю, раздает нахуй БМВ, блядь, видел? Да. Тебе, блядь, что нахуй, Майбах, блядь, должен дать или что, блядь? Не знаю, что он мне должен дать, мне похуй, пускай меня домой вернет. Не знаю, это такой нахуй, блядь, просто вот линия жизни шла нахуй, хуяк скрывая, уебала нахуй, и меня занесло. Я вот молодой считаюсь, а есть еще младший, тут по 18, по 19 лет, блядь. Ну что, в кукуха, говорю, свистанет, пиздец. Я тебе, у меня уже, я на каждый шорох нахуй реагирую. Мина вот сверху летит, с миномета, ничего, она свистит. Мы вот так вот сбегаем просто, и ложимся, и какой-нибудь детский план свистит, и ты подрываешься. Это пиздец, это страшно. Я тебе знаешь, что могу сказать, имели одно? А. На Новый год никаких нахуй салютов. Я вообще уже, я любого шороха боюсь, у меня нахуй паника сразу начинается. Сегодня ничего не подписали, никакой договор. Должны сегодня были подписать мирный договор. Вот нам сказали вообще, что типа через 3 дня домой, блядь. Я уже обрадовался. Не разочаровывайте меня, сука. Вот пишут последняя новость, короче, Стас, вот полчаса назад. Что-то вот Кадыров высказался против принятого Минобороны РФ решения о дислокации на Киевском и Черниговском направлениях. Нихуя не подписали.